Андели. Я жажду служить. Твоя воля исполнится. Жизнь занерзула. Да, повелитель. Андеды — это не эльф. Очень радостно смотрел ваши катки с Абвером. ФФА, когда был облачный Рагнарёк. ФФА команды еще будут? Да, да, будет. Я думаю, что мы с Лешей сейчас возобновим регулярные трансляции. Потому что, во-первых, это Warcraft. Во-вторых, у него скиллуха. Ну, он более доступен, чем Сокол в плане Варика. И Варик интересом хорошим у нас пользуется. Да и сейчас пары 2 на 2, вы видели, какие местами бывают. Так, ставлю более-менее агрессивный первый зиггурат. Но играть будем через финдов. Очень... А, да-да-да, это было. Это как раз то, что прочитал. Надо бы чем-то перегородить этот зиггурат по-хорошему, но не алтарем получается. Твоя воля исполнится. Но я бы не сказал, что у него большая скиллуха у Абвера за эльфу. Undead Orc, согласен, эльф такси. Так он не будет за эльфу играть? Его основная раса — это Undead. 069 поддержал ваш канал на 100 рублей и сообщает. Спасибо. Занерзула. Занерзула. Привет, Фредди Кайнд. Чарс 1Р поддержал ваш канал на 100 рублей и сообщает. Я не знаю. Кто здесь? Что это было? Это было призыв завершён. Что-то странное, необычное. Завершён. Нужно больше. Нет, золота. Надо сначала финда, потом нерубку, потому что явно нерубка быстрее нужно доделается, чем финд. Но нерубка обязательно нужна, чтобы золота увеличить. Лотстрек заиграть не работает, мир не без добрых книг не засчитывается. Блин, вот давайте до МКЛ я доживу, либо мне на почту продублируйте, пожалуйста, потому что сегодня уже была жалоба на то, что не засчитывается подарочный прем. Диабло первый удалось и далее, такой валидол, там как он... Ну, за один, там почти два класса, потому что я, кажется, дошел до третьей сложности, третьего уровня, тоже за какой-то класс, не помню, за какой, кстати. Не только за коробочницу, за коробочницу дошел. Блин, выманивает уже гад. Время пришло. Кто меня звал? Не успею я с таким билдом. Кто меня звал? А неделю назад, ну тогда мы в курсе. Я жду. И я здесь не смогу, скорее всего, прокрепить эту точку. Ведь они даже не возвращаются. Да и герой у меня не вышел, поэтому даже... Я жду. Это Фаерлорд, капец. Вроде. Что успеем? Что сделано, то сделано. Пробудиться. Сделай выбор. Кто меня зовет? Что-то рейнджерком. Завершен. Смирись. Нужно построить секунду. Чем могу помочь? Умри. Нужно построить секунду. А можно зигурат-то, а? Чем могу помочь? Призыв завершен. И он тырит артефакты героя. Да, не очень хорошее начало. Так, я возьму все-таки скелетов. Почему не вызвал первых же скелетов? Да. Чем могу помочь? Пытаться здесь прокрепиться. А можно вот сюда, Гулей? Нам нужно больше древесины. Как пожелаешь. Чем могу помочь? Так, ну рейнджерку можно в лейт вести. Гульку надо заказать треть, она в любом случае пригодится. Видите? Не появляются трупы, если рейнджерка убивает. Что, в общем-то, логично. Пусть живые трепещут. Иду. Как пожелаешь. Чего желает мой повелитель? Укажи мне цель. То есть покупка жезла некромантии только для старта была бы неплоха. Чем могу помочь?
То есть под боком у меня весьма неплохой получается. А тут уже выбили, да? Давай вот так, так, так. Хотя бы ради экспы. Рипаемся тут. Скелетика забыл. Центра все равно даже с рейнджерки в такой ситуации не закрепится. Я уже убил здесь. Я жду. Призыв завершен. Направь мой гнев. Здесь тоже чисто. Ладно, возвращаемся. Посмотрим, что за второй герой. Рейнджика довольно-таки автономно, то есть мне не обязательно прям кого-то конкретного ждать, ловить, пытаться... Ой, блин, там сразу... Не надо, не надо, не надо, не надо, не надо. Ну что, что вы делаете? Что за киберкотлетные темы? Достали. Минус финт у меня. И здесь минус финт. У меня точка сбора была кривая явно. Из-за того, что я отвлекся на Таурена, мне тут двух еще финдов. Минус три финда. Продолжение отвратительное просто. Кто меня вынуждал задинаить, но в целом ситуация крайне плохая. Вот просто на возврате я потерял 10 лимита. 10, блин, лимита потерял на возврате. Домой. Пусть живые трепещут. Плохо. Смотрим, что у нас тут под боком, кто под боком. Жизнь занерзула. Чем могу помочь? 16 мастер. Пусть живые трепещут. Алкур. Большое количество врагов. Ну вот это вот самое ближайшее, что можно... кого можно убить, потому что они, во-первых, друг с дружкой воюют. У меня тут позиция хорошая сверху, я могу, если что... Делают Т3, в общем. Серьезно, 230. Видите, он не совсем... Ай, ну вот, понеслась. Blood Mage. А сверху ампера еще приходят. То есть в целом там ситуация довольно-таки сложная все равно. Где-то рядом. Как пожелаешь. Тебе повезет. Может даже шейду сделать для того, чтобы где вовремя ворваться к ним. Потому что если я сейчас буду проявлять повышенную агрессию, то они могут немножечко бдительнее начать играть. Знаете? Но Blood Mage это, на мой взгляд, уже не то, что нужно, не то, что хотелось бы. Возможно, сетка, возможно, вот эту точку закрепить, если есть еще такая опция. Пусть живые трепещут от праздной болтовни. Чем могу помочь? У тебя прозрение. Твоя воля закон. Штурмовал он эльфа. Да, похоже, вот это ближайшие мои друзья. Ближайшие кандидаты, назовем их так. Ну, сейчас берем арбу. Призыв завершен. Направь мой гнев. Так, а что я хотел? Я хотел сеточку заказать. Сеточку за копку. Пока жду. О чем мне? Можно грейд на атаку пильнуть.
Ну и одну, получается, обсидианку. Очень пассивно играю по сравнению с прошлой каткой. Вынужденно пассивно после потери трех финдов. Погнали сюда. Кальто заказываем. Роди там страдает. Все-таки готово. Выманиваем. Укажи мне цель. Это когда-нибудь закончится? У тебя прозрение. Направь мой гнев. Проклятые возвращаюсь. Пусть живые трепещут. Так, и шейду сюда. Все-таки второе салом. Грейт, пожалуй, стам. Куда сет этот улетел? Дракончик главный. Что за дела? Как здесь хорошо. Ага, вот он. Скорее всего, даже попробую поставить здесь базу. Очень хорошо словили. Прям очень хорошо. Сайленс просто шикарный. Гарк умерла. Все просто гарги умерли. Кроме одной. Представляете, 8 гарг мы сейчас просто на халявку забрали. Здесь видим, что добивают эльфа. Это значит, что нам нужно приходить на помощь сейчас и выходить из лимита при этом. Все, посмотрим там, как эльф живой, не живой. Да, живой, но скорее не живой, поэтому... Долавливаю эльфа. А, он как раз ливнул. Шикарно. Дальше я делаю следующим образом. Заказываю... Убиваю мэн, заказываю здесь базу. Правильно? Правильно. Выхожу быстренько из лимита. Причем выхожу из лимита, скорее всего, третьим героем и финдами дополнительными. И можно и дестройера построить. Там Акалит не дошел, к сожалению. А можно уже сейчас выходить, думаю. Нет, подожди. У тебя же всего один противник, тебе сейчас выходить из лимита не обязательно. Когда нычка достроится, тогда и будем выходить. А-а-а, это снова ты. Там еще один. Это плохо, почему-то я шахту не отменил. Тут очень много желающих на эту базу. Это очень плохо. Нужно построить секунду. Наши войска атакованы. Направь мой гнев. Ну, это плохо. Нужно построить секунду. Я устал от праздника. Призыв к завершу. Да, я зря сражаюсь с большим количеством людей. Но мне кажется, эту нычку уже ошибка ставит. Где, блин? Да надо убить сначала этого орка, потому что... Ну, хотя бы его. Хотя бы его. Тут три вообще человека на эту базу претендуют. Еще Анде там подбегает. Понимаете? Зло
заставляй меня ждать. Я устал от праздной болтовни. Чем могу помочь? Тебя прозрение? Нужно построить зиккурат. У нас мало как там. Нужно построить зиккурат. Направь мой гнев. Вроде как нужно ставить базу. Но не справа, а по центру, но в результате... Кстати, я страдаю. Ой, слева меня убивают. Там вард стоит. Да, не могу я убить даже орка сейчас. Вон его сколько. А, там пришел еще один. Ё-моё. Капец. Чувствуете, да? И там другой микс совсем. Таурен. Блин, может, поможет он мне. Хотя он низкого уровня, я не знаю, как прокачать его. Здесь базу я не могу поставить. Блин. Ампер здесь сражается. И Гераб подходит, похоже. Трется, по крайней мере, рядышком. Может напасть. Открывать этот фронт, не открывать. Я с одной базы все еще. Понимаете? Все еще с одной базы. Я устал от праздной болтовни. Ашера Малана. Андуфала. Чем? Зло где-то рядом. Не заставляй. Я готов. Превосходно. Есть, слава тебе, Господи. Хотя бы одного, понимаете, хотя бы одного. И так-то тут беда какая-то. Там что, урен сверху. Оставляем здесь одного Таурена. Пусть попытается получить экспу. Смотрим, что дальше там. Ставим базу одну, ставим, пробуем базу вторую. Что сделано, то сделано. Проклятые ждут приказа. Я буду твоими глазами. Блин, тут уже подходит упырь. Блин. Наш герой погиб. Сделай. Чем могу помочь? Что? Я не могу здесь сражаться. И опять я не могу базу поставить. Какого лешего? Но там, конечно... Слева, кстати, продолжают сражаться. Я так позади сейчас. Вот если ливнуть, то там я буду где-то в середине списка просто. Просто в середине списка. Пусть живые трепещут. Чем могу помочь? Как пожелаю.
вроде как вполне себе... Причем он на Андеда не нападает, на того нападает на меня, гад. Я жажду служить, повелитель. Укажи мне цель. Что надо за ним побегать. Убить? В целом у него... Да. Наши войска атакованы. Ты увидишь. Главное не сгореть от Таурена. Пробую все еще поставить базу. Всех тауренов как-то много. Чем могу помочь? Чего желает мой повелитель? Он верит, что я здесь ставлю базу. Нужно больше. Да, заказываю калитов. Надо готовиться ловить. Я буду твоими глазами. По тьма это... Проклятые ждут. Надо походить, побегать за ними. Третий бы играет на атаку, добавить бы, по крайней мере, еще одного финда. Денег ни хрена нет, люди уже умирают пачками. Разные люди. А нет, это Ампер. Ампер тот же самый. Ну, мне кажется, сейчас ко мне тут эльфчик прилетит. Я проверю, где он, конечно. Но, возможно, нужно ставить еще вот здесь ничку. Потому что на этого я не готов нападать. Да, центральная база. Я даже в центр не вышел, покрепиться. На красные точки. Я буду твоими глазами. Неплохо. Может, тогда сделаем разведочку, посмотрим слева. Будет более простая цель. Ставим шахту, ставим здесь. Заказываем акалитов. Конечно, привлекательные товарищи. У нас таурена нет закупленного. Корону тоже таурену передаем, естественно, забыл я совсем, что... Так, и здесь дозаказываем рабочих. Уже на эксп. Смотрим, как здесь. Воюют, не воюют. Очень мало информации о происходящем. Да, воюет, кажется. Кто кого? Undead пинчит. Ну так, с переменным успехом, надо сказать. Как будто он тоже там на 2-3 фронта воюет. У меня микс довольно хороший против этой армии. Я бы сюда ворвался, друзья. Я бы сюда ворвался. Ну, ради экспы. Мне в первую очередь нужен опыт, конечно же. Погнали. Погнали. Капец. Там таурен сразу уходит. Ну и здесь я зря вообще сражаюсь, естественно. Ну, пришел второй. Я не готов. Призыв завершен. Чего желает мой повелитель? Я не готов. Восстанавливаем таурены. Восстанавливаем финдов. Делаем третий грейд на атаку. Возможно, выходим на центральную базу. Ждем, когда будет... и он его продавливает дальше, да? Герап. Одна база у него. Герапа можно завалить. Прокачался. Ну да, чё ж такое. Последствия такие получились. Светоключение раз. Призыв завершён. Блин, как же он... Видимо, у него шейда тоже была. Призыв завершён. Так, ждем таурена, закупаем таурена. У тебя прозрение. Наши войска атакованы. Чем могу помочь? Я буду твоими глазами. Штурмует Эвоком. Укажи мне цель. Ишерадо. Чем
жизнь. Блин. Направь что мой гнев. Скажешь. Грейды у него хорошие. Исследование завершено. Эвока пробрили. Ну давай направо тогда, раз уж там остался человек. Турен мега закуплен. В целом, у меня неплохая армия против этого упыря. Правда, там четвертый Турен, но он очень битый. Вообще еле выжил. Того штурмуют. Бедная рейнджерка. Зарубаются эти как. Прям круто. Ведь случайно сюда подошел. Удастся ли нам убить этого? Убить андеда на его базе? Мне кажется, что не удастся. Ну там слишком много. Но он очень хорошо сейчас подставляется. Пять мотоурен так подставляется. Минус всем. Обсидианки. Капец, просто. Дичь такая. Ну, улетает только в путь, Турен. Но, по идее, нужно как бы этого убивать. Здесь пуш вроде идет. Черт его знает. Может быть, и на этого надо нападать уже сейчас. Потому что тоже двоих можно убить. Этого отманить. Ну, погнали. Опять же, экспам. Ну, там нападают на базу, увы. Так я, по крайней мере, чего желает мой повелитель. Экспу получаем. Гера пишет ГГ, отлично. И умирает. И я здесь могу, соответственно, Турена немножко еще подкачать. Тут Гера было интересно или нет? Да. Турен почти четвертый, но... Какая-то вообще жопа с деньгами. Уже мейн заканчивается. Мейн, алло. Надо левого андеда убивать, получается. А справа базу отдавать. Турен до четвертого я, конечно, качну. А, он уже на базе у меня. Офигеть. Это будет жёстенько. Призыв завершён. Призыв завершён. Прерви мои мучения. У меня минус две базы потенциально. Пусть живые трепещут. Призыв завершён.
Давай, один на три кач без звукового спама. Не-не-не, ну уже ж говорили, мне он не мешает вообще. Вот это отстраивается, мне кажется, эльф там пинчит с другой стороны. Я бы поставил магазин и попробовал сначала вот этого эльфа добить, которого мы отогнали от Герапа, но не добили. Ставим базу. Центральные базы сейчас ценнее, чем периферийные, из-за того, что в периферийных золото уже заканчивается. Да, здесь у нас гарги, увы. Вот здесь хорошее место. Давай сразу. С такими героями в целом можно и в этих, и в землю поиграть дальше. Ториан четвертый. Криот Антрио сливает. Блин. И он успел уйти. Блин, и сейчас я рейнджерку потерял не вовремя, капец, а тут уже нападают. Там не нужно, наверное, воскрешать его в алтаре. Да, надо вроде как. И тут нападают. Блин, ну плохо все. Я сейчас в полной попе. Думай. Ну что, думай, надо хотя бы здесь добычу наладить, у тебя деньги не приходят. Ждешь в любом случае рейнджерку, убиваешь слева, слева этот. Надеешься, что правый правит пассивность. И ставит базу. Надо отменять ее. А, он атаковать будет. Там герои хорошие. Здесь надо готовиться. Держать оборону. Кто меня звал? Зло где-то рядом. Чем мог я жажду служить? Да свершится предначертанное. Развалили скелеты. Не заставляй меня ждать. Проще простого. Зло что? Где-то рядом. Превосходный план. У тебя превосходный план. Я устал от праздной болтовни. Я готов. Слушай. Зло где-то рядом. Я устал от праздной болтовни. Есть, вроде. Отлично, убили. Еще второй идет, как вы видите. Блин, как не вовремя. Все равно не вовремя получилось. Как здесь справляться, я не знаю. Надо брать
ману, вызывать феникса и пробовать. Ну и он телепортируется. Молодец. Так, хорошо. Слева получается, мы избавились от человека. Агрессивный остался справа. Он, скорее всего, делает базы. Нужно их смотреть. Нужно следить за ним, за гадом этим. Пятый таурен у него. А он уже летит. Сможем ли мы здесь посражаться? Вроде его не так много. Проклятые ждут приказа. Поехали. Может, не смогу. Разменялся на самом деле хорошо. Таурен почти шестой. Рейнджика с чармом. То есть в целом... Твоей волей исполню с радостью. Пусть живые трепещут. Ты увидишь все. Не заставляй. Так, а сможем ли мы вообще... Там сайленс хороший был, и дрейн тоже хороший. Давай-ка убьем так. Такая игра душная. Вот просто душная. Что ты хочешь увидеть? Ага, и он все-таки в атаку идет, окей. Укажи мне цель. Чем могу помочь? Я буду твоими глазами. А что за чуйка-то у тебя такая? Что ты хочешь увидеть? Что это, без шейды так я делаешь? Молодец какой. Магия, магия, чуйкам. Я буду твоими глазами. Ставлю здесь базу, пытаюсь убить две другие. Что? Таурену ждать шестого. За наших я буду твоими глазами. Чего желает мой повелитель? Да, повелитель. Пусть живые трепещут. Восстанавливаем жизни. Я бы заказал еще парочку гулей. И одного финда на текущий лимит. Здесь тоже бы поставил базу. Денег нет, просто денег нет. Крайне тяжелая игра. Я бы шейду вернулся, да. Жажду служить. Твоя воля желает, мой повелитель. Да, заказал бы акалитов. Их нужно прилично так еще дозаказать. Денег нет, баз нет, экспы не хватает. Что ты хочешь увидеть? Это таурен, свитки. Ты увидишь все. Пусть живые трепещут. Нужно больше золота. Склоняюсь перед твоей волей. Нужно больше золота. Нужно что больше. Вроде воюет с кем-то, это хорошо. Я бы сюда приджонился. Я буду твоими. Там Гиппас, Гарги у него. Тайное станет явным. Проклятые ждут. Ну, я бы сейчас вот сюда вот дам. Жизнь занерзула. Проклятые ждут. Да. Глядишь, здесь Таурен поближе к шестому будет, даже отведу. Где-то рядом. Ты увидишь людей. Блин, плохо. Что? Слушай, прерви мои мучения. Хорошо, Таурен успел уйти. Капец просто. Ну еще непонятно, что делать. Таурен бит, и шестой он может не получить. Надо затаскивать его на вышке. Призыв завершен. Что? Как?
Вариант шестой. Чарм еще... Нет, не того. Блин. Рейнджик умерла? О, я прозевал. Я прозевал рейнджерку. Рейнджика я зря прозевал. Но он, правда, потерял тоже двух героев. Таурен без ТП у него. Ха! Блин, сейчас будет за... очень хорошо. Да, но там следующий уже идет. Ай. Все, блокируем Тауреном. Да, заблокировано, проверяем. У-ху! Летает эльф. Я бы выкупил этого. ГГ. А, да ладно. Как я выживаю? Ну понятно, здесь эльф. Чувствуете, да? Ну тут прям до конца, тут от базы уже ничего не осталось. Проклятые ждут приказа. Кровь. Твоя воля исполнится. Исполни с радостью. Ждем рейнджерку. Ой. Там я не доконтролил дико, конечно, и рейнджерку, и бладмейджа. Он, конечно, тоже не доконтролил. Я зря полез на базу, конечно же. Надо мне за эльфом уже присматривать, а то слишком он часто тут летает. Восстанавливаем здесь базу, восстанавливаем здесь базу. Телепорта нет, обязательно надо брать ТП. Просто ничего нет, 45 лимита. Игра уже идет 40 минут, 45 лимита. Склоняюсь перед твоей волей. Пытаюсь восстановиться. Ну, против гиппосов те же самые... Да ладно, на куда ты полез? Не... Да, серьезно. Ну, я даю центральную базу. Ну, не могу я здесь ничего сделать, вы. Очень плохо. Может, прибежать к нему на этот... А, у меня даже грейвьярда нет. Офигеть. Грейвьярда нет. О, такой нормальный. Пробежал, взял себе этого. А где у него мейн-то? Непонятно. Ага, вот, все понял. Два дестройера минус. Приказов, чего желает мой повелитель? Твоя воля. Что это? Нет! Да какая-то грязь. Это как? Как? 45 лимитом. Михаил. Денег нет, шахты заканчиваются. Три, да? Чуть-чуть сюда. Чуть-чуть сюда. Я буду твоими глазами. Я буду твоими глазами. Проклятые ждут приказов. Кажется, он уже идет на меня. Ну и там у него 80 плюс. Это когда-нибудь закончится. Да, он уже идет. А как мне его убивать? Проклятые ждут приказов. Призыв завершен. Призыв завершен. Умри. Я буду твоими глазами. Тебе повезет. Норчу переманивать, наверное, не стоит. Направь мой гнев.
Надо выходить с лимита сейчас. Погнали. Ну, потому что нереально, он в любой момент может прийти меня убить. Так, закончилась база. Раз. Перехожу сюда, ставлю дальше. Герои топовые, ну кроме Blood Mage топовые. То есть Сала, Таурен. Надо две гули еще отстроить. Вижу. Пятый ТЦ. Блин, это 100 лимита даже уже. Блин. Я выхожу дальше. Жду приказания. Укажи мне цель. Прерви мои мучения. Укажи мне цель. Я так. Буду твоими глазами. Иду. Это когда-нибудь закончится? Не заставляй меня ждать. Хороший вовремя кинутый Сайленс уже полдела сделает. Явно сейчас будет харасить. Можно где-то 8-10 финдов. И расконтролить там так, чтобы не было стомпов. Какая грязь. Ай-яй-яй-яй. О, два финда. Ну, в целом уже 80 лимита. Внезапно, но 80 лимита. Вот с этим. Ну куда ты, ну что ты, блин, ну. Да блин, выделись. Я бы навязал сражением сейчас уже с таким количеством. Главное сало на Таурена, мана дрейна Таурена. Сплетить, закапывать. До хрена контролить надо. Ни одной банши так и не сделал, кстати. Массовый телепорт пошел. Очень зря он так сейчас делает, конечно. Минус Таурен сейчас будет. Очень много XP дает он мне. Минус Архмаг. Ну, скорее всего. Левелапы идут просто массово. Вы знаете, в этой игре еще есть какие-то шансы на победу. Как это ни странно, но шансы есть. Сейчас главное оценить ситуацию, кто там остался. Reaching. Три человека осталось. Надо сейчас в центр закупаться. Очень аккуратненько действовать сейчас. Продолжать. Я бы бахнул, по крайней мере, одну банши. Восьмой Таурен. Так, а что по Шиде? Давай проверим, у кого какие центральные базы. Что у нас в центре есть на закупку. Этого спокойно потихонечку убиваем. От гипса надо избавиться, убедиться в том, что мы готовы, если что. 3-3 есть у нас грейды? Нет у нас. Шреддер бы взять, но лимит не позволяет. Да, он дуэльф. Да, Кхис покидает. Отлично. Фух. Видим орка. Синий небеса.
Воюет, хорош. Reaching 7, 7, 7, 7, 7, 8, 8. Мой Лондон поддержал My ваш London, канал на 100 рублей и сообщает. Ну, против орка нет. Да. Может, горги. Нет, это глупость против орка делать сейчас. Есть плюс 15, в целом можно взять сюда вот так. И даже вот так. Сейчас главное хотя бы парочку центральных взять, захватить. Взять ботиночки. Я первый раз вышел в центр, блин. Первый раз вышел в центр. Ну, они воюют. Вовсю, да? 5-12. Может быть, и стоит рейнджерки выбрать тоже 12. Фокус будет хороший с арбой особенно. Центральные базы заняты. Кто остался? Ричинг и Синенбеса. Берем Банши. Сюда народ. Сейчас главное просто посмотреть, где у кого база. Набрать хотя бы какой-то, ну, пул по ресурсам. Потому что ресурсов после вот особенно закупки недавней у меня нет. Не агрить ни в коем случае. Убить этого гиппоса несчастного. Достроить акалитов. То есть шидой пробежаться, посмотреть, как там... Где у них мейны, постоять, позакупаться, поулыбаться. Проверить, да, так. То есть главное узнать, где... Где у них там базы. Таурену возьму еще одни сапоги, пока блинкдаггера нет, это необходимая штука. Видим, что воюет. Орк воюет с другим орком. Финды здесь зайдут очень хорошо. Но ради экспы мне сейчас вылетать, я думаю, что не стоит. Таурену, возможно, ненужную вещь взял. Может быть, даже будет хорошо, если... Если они друг друга убьют. Или, повторюсь, мне пока сейчас с учетом количества ресурсов форсировать вообще не стоит. То я сейчас ворвусь, покажу, что я здесь такой опасный весь из себя. И эти два товарища тут же негласно пакт заключат. Перемирие, и все, и будут меня терроризировать. Мы это уже столько раз проходили. Поэтому ждем хорошие артефакты, смотрим, где у кого базы, кто что добыл, кто что не добыл. То есть ричинг здесь, а орк второй здесь. То есть ориентировочно они на севере и справа. Арба хорошая есть. Я думаю, что Таурену можно ту же самую арбу... Нет, лучше... Лучше, наверное, даже рейнджерки взять арбу замедляющую. Ну, одной из минус армора хватит. А на дистанции рейнджерках... Хотя вирм есть для замедления. Не знаю, может, не стоило на арбу тратиться. Так, давай-ка здесь проверим базы, чтобы продакшн отгрохать. Призыв завершен. Призыв завершен. Крепляемся. Склоняюсь перед твоей волей. Ты увидишь... Ричинг отбил в очередной раз. Да ладно. А орка решил все-таки, что надо мочить меня, да? Да, и теперь понимает. Все, ребята, из такой ситуации просто мы там... Видимо, в остальных частях карты тоже была жесть. Все, осталось только ричинг. В целом у нас с вами... Ситуация хорошая, две центральные базы, плюс есть периферия. Мы знаем, где находится основная база ричинга. Мы знаем, куда надо идти, где у него добыча, а именно по центру. Так что давайте собираемся потихонечку. Мне почему-то кажется, что... Что его не хватит сейчас. Потому что они воевали, и видите, этот орк на меня решил напасть. Его было не очень много. Слушай,
Кадоя надо будет переманить, как только... Идем на мейн сразу же. Он делает то ли баток, то ли еще кого-то. Виверн делает. Не, ну это, конечно, очень странный мув. Сразу врываемся сюда. Ваш канал на 100 рублей и сообщает, бабки закончились, рабочих нет. Пришлось волевую атаку совершать. Первая игра в Фай сразу в топ 3, я считаю, успех. Да. Молодец, молодец. Если с первого раза такое, то это круто. Так, надо все равно прикрываться. Обязательно словить телепорт. Ну, мы, конечно, теряем базу, но мы меняем на мейн, понимаете? Мы меняем на мейн. А, у него тут еще добыча. Давай хилвард возьмем. Мне кажется, полезнее будет хилвард. А можно еще построить что-нибудь такое? Мне кажется, он должен возвращаться, потому что довольно быстро ушатывается его мейн. Не забывать делать. Да, он уже тут. Блин, плохо. Ну что, погнали, погнали. Телепортировался. Я восстанавливаю базу раз, восстанавливаю базу два, восстанавливаю базу три. Некрополь, некрополь, это для. Свиток, свиток против разводов. Побежали дальше. Мне бы блинкдаггер поймать. Это поможет нам его ловить. Но пока он, конечно, позади сильно. Из-за того, что приходится... Так, есть еще одна корона королей. Есть большая бутылка маны. Ну, такое количество маны, я думаю, не нужно. Давайте не на мейн, а на экспанд. Похоже, это чуть ли не последнее, что у него есть на... По добычам. Он будет разводить. Герой у него хороший для разводов. Я устал от праздной болтовни. Чего желает мой повелитель? Капец, как же его мало там. Где-то рядом приказание. Не заставляй меня ждать. Тори напается. Давайте сюда телепортируемся. Нужно построить секрет. Жизнь за нерзу. Не, он очень много теряет. Это невыгодно должно быть ему. Должно быть невыгодным. Надо Шедра взять будет сейчас. Он теряет и базы. Понимаете, и... Да.